Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите «Хроники столяра-любителя». И сегодня хочу вот из такого обрезка дубового столба, который много лет принимал активное участие в ограждении пастбища, быстро сделать простую, но стильную и симпатичную чашу. Или плошку, или миску. Ну, варианты можете предлагать в комментариях. А если досмотрите до конца, то увидите, что же из этого вышло. Сначала на ленточно-пильном станке, ссылка на обзор которого находится в описании под видео, там вообще много полезных ссылок, разделяю столбушок на более-менее пригодные части, а затем на фуганке вывожу плоскость будущей верхней грани. Съем делаю небольшой, чтобы после фугования получилась гладкая поверхность, которую только немного пошлифовать. В результате одна из трех заготовок проявила нестойкость характера и была исключена из проекта. В работе осталось две, но показывать процесс буду на примере одной заготовки, которая и станет подарком. Сначала диском для поперечного пиления формирую торцы. И хотя они получаются довольно чистыми после первого прохода, я все же сдвигаю заготовку где-то на миллиметр и фактически фугую торец начисто, в результате чего получается ровная и красивая поверхность. То же самое делаю и со вторым торцом. По бокам я решил оставить фактуру старого потрескавшегося дуба, простоявшего под открытым небом не один десяток лет, ну два десятка точно, а может и больше. Вышлифовываю все плоскости наждачкой 180, 240 и 320 грит, чтобы потом уже не возвращаться к этой теме. Движемся дальше. Нашел кусок старого ламината и фиксирую заготовку горячим клеем. Хочу погонять ее на рейсмусе. Мне это нужно для того, чтобы чаша обрела плоское дно и для того, чтобы в этом дне сделать посадочное отверстие под токарный патрон. После рейсмуса делаю окончательную шлифовку абразивом 320 грит, а потом еще и 500 грит, ну хуже не будет. Обработку на токарном станке начну на винтовой вставке. Для этого ищу центр и засверливаю глухое отверстие диаметром 6 и глубиной 20 мм. На станке у меня установлен патрон Record Power SC2. Это небольшой патрон, и винтовая вставка у него небольшая, поэтому я и засверливался шестеркой, а не восьмеркой, как для вставок в большие патроны. Заготовка наворачивается на вставку по ее резьбе и хорошо фиксируется на станке. Для начала мне нужно сделать на дне посадочное гнездо под патрон. Существует масса способов, но я предпочитаю быстрый и ленивый, а именно слегка обозначить отверстие сверлом Форстнера. Скорость вращения при этом ставлю небольшую, чуть больше 300 оборотов в минуту, а то при диаметре сверла в 45 мм на больших скоростях могут быть неожиданности и сюрпризы. После этого формирую посадочные отверстия широким отрезным резцом. Тут скорость, конечно, побольше, около 1200 оборотов. Далее беру плоский мейсель и протачиваю конус под ласточкин хвост в соответствии с геометрией губок патрона. Таким образом, заготовка будет держаться максимально крепко. Ну и уж до кучи сразу шлифую, чтобы все было по красоте. Снимаю заготовку с винтовой вставки, убираю и саму вставку и фиксирую будущую чашу на патроне, разжимая кулачки. И хотя заготовка прочно закреплена, я все же решил для начала поджать задней бабкой с вращающимся центром. Так спокойнее обрабатывать внешние диаметры. Ну а дальше выставляю обороты около 1600, беру реер диаметром стержня 3 восьмых дюйма, это около 9,5 мм, и вперед. Дальше все понятно и без слов. Thank you.
Вот и подходит к концу эта работа. И пока вы ставите лайки и дизлайки, а также подписывайтесь на мой канал, сообщу размеры того, что вышло. А вышло две чаши, одна побольше, размером 180 на 180 мм, а другая поменьше, 180 на 130 мм. Высота обеих чаш 70 мм. На этой высокой ноте и откланиваюсь. Спасибо за внимание.